Господин президент, добрый вечер. Вы как-то сказали, что Путин добивается не поглощения Украины, а уступок со стороны Евросоюза. А давайте конкретизируем, каких именно уступок и от каких стран он добивается? Я убежден, что Россия в своих стратегических планах имеет стремление к разделению, а по крайней мере ослаблению европейской интеграции и к уничтожению солидарности западного мира. Это большой русский план, и Россия никогда не отказывалась от этого плана, даже сразу же после падения Советского Союза. Но сегодня Россия стремится к тому, чтобы западный мир разделить, чтобы использовать различия мнений, которые присутствуют. Они где-то дремают в Европе. Разные политики были до недавнего времени разными мнения ведущих политиков Германии, а другие у президента США. Я считаю, что Россия хочет разыгрывать эти различия мнений. К счастью, эти различия мнений теряют свое значение, потому что президенту Байдену удалось все-таки цементировать западный мир в относительно жесткими словами. И это были общие слова. Важно, чтобы сама Украина также показывала умную решимость по защите собственной территории. Поэтому у меня такая убежденность, что Украине как раз в этом нужно помогать, чтобы Украина могла планировать эффективную защиту. И для этого ей нужна поддержка и материальная, и финансовая со стороны западного мира, в том числе в военном плане. То, что случилось, помощь Соединенных Штатов, Великобритании, Балтийских, прибалтийских стран, также Чехии, но в том числе и Польши, военная помощь в материальном плане, это то, что, я считаю, все-таки доходит очень хорошо до Путина. Если он будет еще знать, а он, наверное, уже знает, что ответом западного мира будет не в том, что западный мир подогнет хвост и согласится на какую-то диктатуру по отношению к Украине, а будет укрепление восточного фланга НАТО, то цена агрессии очень будет повышаться.